В Тунисе проходит второй тур президентских выборов. Они стали первыми после жасминовой революции 2010-2011 годов, в результате которой был свергнут президент Зин Эль-Абидин Бен Али. Как ожидается, участие в голосовании примут порядка 5 миллионов человек. В борьбе за пост президента участвует действующий глава республики Мансеф Марзуки и лидер партии «Голос Туниса» Биджи Каид Эс-Сепси. В связи с выборами в стране повышены меры безопасности. Под усиленную охрану взяли госучреждения, дипломатические представительства, крупные торговые центры и туристические зоны. Предварительные результаты станут известны уже завтра.